Величайшей святыни нашего скита, вокруг которой оборачивается вся наша жизнь, являются мощи святой Анны, матери нашей Пресвятой Девы. Ныне ковчег с мощами святой праведной Анны монахи скита бережно хранят в алтаре главного собора обители. Мощи – это левая нога святой Анны, матери нашей Пресвятой Девы. Это левая ступня с пальцами и кожей, которой более 2000 лет. С 1686 года эти мощи находятся в храме нашего скита. Когда в 1686 году был построен храм, он был посвящен святым мощам святой Анны, которые святые отцы хранили в келье в северной стороне, когда их привезли из Иерусалима, а после строительства храма их перенесли сюда. Мощи, хранящиеся здесь, совершили множество чудес для больных и бездетных семей, которые с верой и благоговением обращаются к ним за помощью. Здесь, в главном храме скита, находится еще одна святыня обители – чудотворный образ святой праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Здесь находится чудотворная икона святой Анны, Матери Пресвятой Богородицы, которая совершает чудеса для бездетных супружеских пар, которые вы видите на фотографиях с маленькими детьми. Эти фотографии постоянно привозят родители и оставляют здесь у иконы, чтобы показать совершившееся чудо и поблагодарить святую Анну за дар и благословение, данные им. Икона относится примерно к XVI веку, находится, как видите, за стеклом. Это великое благословение, что икона находится здесь, в скиту святой Анны, Матери Пресвятой Девы, где совершаются чудеса и благословения ее, дарующие благодать семьям, не имеющим детей и обращающимся к ней за помощью и благословением.